Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Понедельничный буст, к сожалению, как я уже говорил вам в прошлом видео, я удалил чисто случайно, ребят. Я думал, что у меня видос уже загружен, но, к сожалению, это было не так. Удалил, а когда спохватился, уже было поздно. Ну, вкратце я тебе скажу, буст прошел хорошо, мне не хватило буквально 10 кубков, чтобы я попал в лигу мастеров «Одна звезда». А закончил я прошлую лигу именно в лиге мастеров 3 звезды. То есть там все хорошо, кубки мы с тобой получили, сейчас у нас, по-моему, там 200 кубков, если не ошибаюсь, 230, да. Ну что, давай, как говорится, буст прозевакали, будем наверстывать прошлое. Ой, прошлое. Наши, как бы, как-то будем наверстывать. Наверстывать то, что упустили, скажем так. Так, испытания у нас космические странности, ребята. Тут у нас Армагеддон. То есть, кто будет и кто хочет Армагона фармить, то милости просим. Ну, а у меня, в первую очередь, конечно же, турнирная арена. На лигу самурая 3 звезды меня сбросили. Завтра я буду работать, поэтому я вот сегодня решил, ребята, немножечко, так сказать, приударить. Завтра и послезавтра я буду работать, мне, как говорится, некогда будет. Вот, 2 дня в минус. А сам понимаешь, среда. То есть завтра уже будет четверг, насколько я понимаю. И надо сегодня, ну, отыграть по полной катушке все. Вот, сегодня у меня видосиков, ребята, мало. Будет буквально черепашки и, наверное, в лучшем случае это всадники Дракона Волка. Но это может быть, потому что я сейчас на втором канале прохожу Atomic Heart. Вот, Атомное сердце. Так что, если кому интересно, ребята, я знаю, что эту игру не проходил только, наверное, ленивый. Но если тебе хочется посмотреть на мое тупое прохождение, то милости просим. Естественно, ребята, без тупизма с моей стороны там обойтись не могло. Знаешь, все проходят идеально, гладко, а я так не умею. И почему-то все говорят, что я это делаю специально. Нет, ребята, я это делаю не нарочно. Так получается глупо, но вот так выходит все. Ну что, я вернусь? Нет, я не вернусь. Нифига, я даже 10 ступенек не перешагнул. Ядрен матрен. Ладно, фиг с вами, колбасные вы обрезки. Давай тогда 15-19, в принципе, годится. Так что, ребятушки, проектов очень много. Ну, для второго канала, я имею в виду. Сейчас мы допройдем Atomic, потом Hogwarts начну. И еще 3 новых проекта. Я надеюсь, до выпуска новых игр в Steam я успею хоть что-нибудь пройти. Хотя это маловероятно. Еще раз повторяю, ребят, был бы я в отпуске, я бы сидел бы здесь намного дольше бы и намного быстрее бы все это проходил бы. А так как еще и работу совмещать, еще к тому же работаю, знаете, когда по 12 часов особо тут, как говорится, не посидишь. Но, тем не менее, сколько могу. Ёпарасоте! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас что-то будет, друзья мои. Если сейчас к северу Мотус будет ходить, он погибнет от постепенного урона. Эх, как же быть-то? Ну-ка. Тьфу ты нафиг, твою дивизию. Ай, к север Монтес. Одно название. Такой ты ватный оказался. Тебя подбили, как сопляжу я. Просто хлоп-хлоп и все. Ну ладно, ребята, в Сёгуны хотя бы мы перешли. Лига мастеров 3 звезды. Ну тут однозначно мне не светит. Прям вот как пить дать не светит. 50-й ранг, да? Так а что я делал? Я правильно, ребята, я здесь туплю, опять же. 50-й ранг, а я практически на равных выхожу с ними. Ну так дела не делаются. В нашем случае мы должны брать хотя бы одного крупненького бойца, чтобы он наказывал, понимаешь? А я, ну, прозевакал, увлекся разговором, называется. И опять же, эта серия, ребята, выйдет уже, наверное, завтра. Сегодня она снимается, да? В среду. А в четверг она уже будет только выложена. Так, ну что, погнали. Камеру, ребят, не стал включать, потому что весь взбудораженный, взъерошенный. Но я тебе скажу одно, что Атомное сердце игра мне очень зашла, ребят. Прикольное все это, и юмор, и озвучка, и вообще, и графически мне понравилось. Надеюсь, вы знаете, да, если я беру какую-то игру на прицел, и она мне очень нравится, то я жертвую первым каналом, вот этим своим, где мы играем, Android игры.
переключаюсь на второй и не успокаюсь, пока не добью там определенную игру. Вот, так что я думаю, что, ну, наверное, на следующие свои выходные, длинные выходные, мы уже, наверное, пройдем. Главное, хорошечно за нее засесть. Так, угу, запретили им хилочку всем. Так, Шреддер, ты даже не думай, у тебя ничего. Ну, смотри, как он выкрутился. Подожди, я опять тупанул. Я опять, ребята, тупанул. А знаешь, в чем моя тупость заключается? В том, что я не взял крупного персонажа. Сильного, даже так скажем. Ну-ка, может быть, замедляху на них. Так, Донни критовку повышает. Нет, сейчас вырубит кого-нибудь. Да что ты будешь делать-то, а? Да ладно. Он мне еще и бонус на скорость понизил. Ух, я даже не знаю кого. Давай попробуем так сделать. Фигово, очень слабо. Да. Донни собирается, да, сходить? Да он даже не попал, твою налево, блин. Ну, тьфу ты, блин, со своим ты уклонением, ты запарил ты уже. До свидания, кабан. Нет, еще пока, блин, Донни. Ну давай шокером, что ли, как, я не знаю, как его, как-нибудь уничтожить. Косорылый просто. Ну это что такое, ребята, ну. Все, до свидания. Сейчас начнут падать один за другим. Я... Откуда у этого столько бафов-то? Ты извини меня. Откуда он столько наклепал-то себе? Морда, блин. Откуда он там себе наклепал столько всего-то? Вот ты мне объясни это. Постепенно. О, все. Все, называется, пошло-поехало, блин. Да ты вырубить-то... Я в шоке. Вот от этого дебилизма. Просто в шоке. Да. Замедляшка. Два всего лишь выжило. Два. Я думал, что мы, ребята, полностью прогорим. Это же надо такую жесть сотворить. Просто весь на эмоциях не отошел еще. Тьфу ты. Ай, ладно, давай. 15-20. Короче, возьмем тогда сразу маузеров. Называется, наверстаем упущенное. Наверстал. Угу. Упущенное. Еще хуже сделал, чем было. Трындец. Давай, маузеры, побежали. Тут с ними разговор уже короткий будет. Только надо было об этом раньше думать, а не после того, как два поединка сфейлился. Ладно, шанс еще есть. Не знаю, в лигу Сёгунов 3 звезды зайдем, не зайдем, без понятия. Такими темпами, как мы играем, это, наверное, исключено. Это, наверное, исключено. Ладно, не будем вешать нос гардемарины, да? Посмотрим. К чему у нас приведет? Давай 15-20. Прикинь, не хотит давать. Вот Жульен. И везде майки подставляет. Мне, в принципе, сейчас на него по барабану. Нет, не дают. Ладно, давай, берем Бакстера. Берем Бакстера и раз, два, три, четыре. Вот таким вот. Вот таким составчиком. Естественно, вся ставочка идет на Бакстера Стокмана. Так что давай, Бакстер, не подведи мою команду. Красавчик, красавец. Всех вырубил, как говорится, с одной волны. Ну, а мы двигаемся дальше и занимаем... О, 16-я позиция. То есть 13 ступенек мы пролетели. Это приятно радует. Берем Макмана. Берем Макмана и раз, два, три, четыре.
Опять же, ставка на самого сильнейшего. Сильнейший это у нас кто? Макмен. И я надеюсь, он меня не подведет. Давай, с торнадо мусорного начнем. Им же и закончим. Идеальненько получилось все. Так, и, конечно же, двигаемся дальше. Опа! А вот и Лига Сёгунов 2 звезды. Что приятно удивляет и радует. 15-20 по-прежнему нам дают. Я возьму, наверное, здесь Джастина. Я возьму здесь Джастина и, наверное, вот так вот. По идее, сейчас должна ходить первым Алапекс. Хотя, может быть, и Джастин. В связи с тем, что у него все-таки максимальный уровень здесь. Нет, все-таки Алапекс переплевывает Джастина. Переплевывает Джастина и наносит минимальный, так сказать. О-хо-хо-хо-хо, даже Микеланджело Космос, ребята, и то переплевывает Джастина. Да даже Донателло, ядрен матрен, оригинал тоже переплевывает. И вообще все переплевывает. Просто все. Все плевали на этого Джастина, понимаешь? Получается, он самый, я не знаю, медлительный из всех моих вот этих персонажей, которые стояли здесь. Самый медлительный. Хотя по уровню, 100-й уровень и самый медлительный. Но это, друзья, никуда не годится. Так что делайте выводы. И я бы вам не советовал его брать в довольно-таки динамичные битвы, где очень много быстрых героев. Иначе вы просто сфейлитесь. Просто вот на пустом месте. Как вот у меня второй поединок получился. Вот так же у вас и будет, если вы возьмете Джастина в команду одного, без перекрытия. Вот как-то так. Ну что же, а мы продолжаем наши поединки. Переходим мы. Давай 50-е место мне. О, 44-е. Замечательно. Так, я вроде видел, что тут давали нам 16-21. Да, есть. И возьму, наверное, здесь Леонардо. Так, а у меня уже бойцов-то практически и не осталось. Кстати, я откаты не смотрел. Они мне, как всегда, наверное, пригодятся. В конце недели, где-нибудь в субботу, в воскресенье, как всегда, буду чирикать. Вот, надо было откаты копить. Так надо было, копи, ёк-макарёк. Кто тебе мешает, Рей? Ну, блин, я и про ХКР-ку забыл. Уже сколько, наверное, 4 дня не заходил. Ну, я говорю, ребята, вот сейчас вот проходишь, когда игры, а ты сам знаешь, что такое проходить игры на компьютере. Это тебе не на андроиде. Там все очень долго, и если здесь серия длится от 15 минут, извините меня, до там час-полтора это максимум, то там 2 часа, это вообще ни о чем. 2 часа там только на разогревку. А если еще взять учет того, что ты помираешь довольно часто, и тебе приходится один и тот же там уровень проходить по нескольку раз, естественно, ты потом это все вырезаешь, то выходит очень-очень даже долго и больше, чем 2 или 3 часа. Так, ну что ты там, Майки, хорош, успокойся. Молодец, Рафаэль, красиво ему наколбасил, этому тоже, пожалуйста, отвесь. Так, а Пит? Пит, ты что тупишь-то? Вот скажи, для чего он сейчас делал хил? Кому он его делал? У них всех было полным-полно здоровья. Вот это ты зря сделал, Сплинтер. Ой, зря. Так, ну что, Пит, в принципе, не железо, да и этот тоже. Да. Массовый удар ладошками по земле. Всех мы наказали. Ну, давай там пятую позицию. Четвертую даже. Слушай, а может быть мы... Нет, до Лиги Мастеров все-таки не доберемся. Нам просто не хватит элементарно бойцов. Там нужно где-то поединков 5. Да? Грубо говоря, 5 поединков. Хотя... Может быть и есть какой-то шанс. Интересно. Так, ну что, давай. Вначале кости. Черепа, точнее. Он почему-то, главное, ребят, бросает один череп. Он что, во время того, когда он по нему ударяет, множится? Вместо одного становится их 5? Как он так делает? Одним черепом наносит массовую атаку. Ну что, друзья мои, Лига Сёгунов 3 звезды. Берем следующую цель, Лига Мастеров. 1 звезда, да? Я думаю, что это будет справедливо.
в нашем-то случае. Так, давай возьмем вот этих двух. Но что-то подсказывает, сколько у нас там, два поединка? Нет. Да. До Лиги Мастеров, наверное, не получится. Хотя я даже не буду ничего предполагать. Давай посмотрим, сможет ли у нас все это получиться или нет. Что такое? Что так слабо-то? Шредер ударил, да? Так, ну что, этих завалили и продвигаемся дальше. И сейчас посмотрим, какое место мы займем. Так, 50-е, давай. 64-е. Угу. 64-е. Но. Вот, 16-22. Так, беру Крэнга. Раз, два, три, четыре. Ну, Крэнг сейчас само собой своим лучом звезданет. Я думаю, что с одной попытки он всех вырубит. Я на это надеюсь. Хотя противника, извините меня, 64 уровня. Да не, должны вырубить. Так. Да на Микеланджело выжил, да? Тьфу ты, Рафаэль, конечно же. Всех уже перебрал. Рафаэль, Микеланджело. Еще бы Леонардо и Донателло. Чего? Вот, кстати, такую ошибку я вообще вижу, ребят, впервые. Так, это что у нас за поединок-то, я не пойму. Ага. Так, ну что, слушай, 25 место. Это что такое? Ребят, что-то игра у нас, что ли, сломалась? Я не пойму, ты посмотри. Так, давай еще раз перезайдем. Так, ну что, ребята, перезашел. Давай смотреть, что у нас там. Ранг 6, Лига Сёгунов. Так, значит, у нас все шансы. Да? Ребята, у нас все шансы сейчас попасть в Лигу Мастеров. Сегодня. Одна звезда. Не знаю, что-то игра сегодня, конечно, чудит. Вначале чудил я в начале игры. Потом игра в ответочку начала чудить. Ну-ка. Оп. А если так? Нормально. Подбили сосунков, подбили. Так, ну. О, да. Лига Мастеров. Приятно, когда ты находишься, черт подери, в Лиге Мастеров. Ты понимаешь? Это чертовски приятно. Ну что, раз, два, три, четыре, пять. Ну, извини, змея Караль. Сегодня до тебя очередь не дошла. Так что извиняй. Ну что, крутим-вертим. Тю-тю-тю, пиш. Но не упали. Не упали все. Так, слэш вступает. Добивка, отлично. Так, ну что, ребят, с ареной на сегодня у нас, видимо, все. Мы имеем с тобой ранг какой? Так, 69 место в ранге Лиги Мастеров, одна звездочка. Так, ну теперь можно... Подожди секундочку. День Дони или космические странности? Да тут, в принципе, без разницы, где нам фармить жетоны, согласись. Слушай, мне вот это не нравится. Чего игра сегодня тупит? То нет подключения, то какие-то критические ошибки вообще непонятные. Странно все это. Так, поехали. По-быренькому пробежимся по первому этапу. Пройдем его и будем, соответственно, его и фармить сразу же заодно. Так, смотри, 5800. У этого 5800. У этого 6000. У этого 6000 обычным ударом. Я имею в виду у Крэнга, не кисло. Так, Лео. Непонятно, насколько он ударил. Так, тут 5800, а здесь 5800. Я не увидел, сколько Леонардо бьет. Так, 5900 удар был. 4900, 6500, 5000. По крайней мере, от удара кожеголового хвостом 6500 отнял их. Ну, здоровье, так что делай выводы. Ну что, ребята, а я начинаю фармить. Тихо. Я начинаю, говорю, фармить.
Конечно же, фармим жетоны. Нам дофигища их нужно будет. Просто дофигища. А чтобы быть точнее, 720, по-моему, 720 жетонов. Так что фармить не перефармить. Так, это уже 229, почти 245, 259. Сейчас, сейчас, сейчас получится у нас все. Так, уже 300. Так, сколько у нас там? Блин, у нас и телепортов-то осталось мало. Все. Телепорты закончились. Дальше что у нас? Телепорты закончились. Пойдем сюда. Пройдите серию испытаний. Ну что, ребят, пойдемте пробежимся по серии испытаний. Так, так. И вот так сделаем. Да ладно, массовой атаки нету. А если вот так вот? Змейковина в трубу. Но здесь я уже не буду делать вертушку, как бы оно того не стоит. Допустим. Добиваем. Отлично. Такс. Ну, что у нас тут? Поехали. Вертушку. Наверное, я вырублю муху. Ну, чтобы хила тут не было у него. И остальных всех. Прекрасно. Так, ну что, серия испытаний у нас пройдена. Теперь отправляемся куда? На поиски. Так, давай-ка мы начнем. Где у нас этот Рафаэль? Вот он. Рафаэль. Прокачаем ему вот так вот. До 66 уровень прокачали мы. И ищем. Нам 4 комикса нужно. Так, один нашли. Второй. Третий и последний. Будьте добры, последний комикс мне, пожалуйста. Вот он. Четвертый комикс. И не хватает у нас мутагена. Давай тогда пока здесь начнем еще искать. Нам нужны будут вот эти вот пульты от телевизора. 4 штуки. Все, да? 1000, ну давай, давай, прокачаем. Так, задание мы, по-моему, уже выполнили, да? Все 4 задания сделали. И покупаем телепорты. А, нам не хватает, 25 баксов еще не хватает. Ха, такой шустрый я. Покупаем телепорты, да, как бы не так. Все, друзья мои, все. Нет, не все. Вот теперь покупаем. Ать. Красота. Ну, а теперь, друзья мои, все. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.